Верна Карамичи. Всем привет, доброго утра. Друзья мои, сегодня я сниму небольшой влог, просто покажу, чем я крашу волосы. Я уже говорила в одном видео, что я не применяю для своих волос химические красители. Уже лет 20, это точно, я укрепляю свои волосы примерно раз в 2-3 месяца. Ну, по мере произрастания седины, там, если появляется, то применяю вот хну. Хну я привожу из дома. У меня два вида хны. Вот такая хна одного производителя и вот такая хна другого производителя. Обе хны, это российский производитель, одна московская, другая Московская область. Ну, я рекламировать не буду, просто показываю. Тут их сайт вот есть на одной, на второй фитокосметик, на второй. Ну, там очень мелко написано. Вот. Я не крашу из одного пакетика, я их мешаю. Хна, которая в этом пакетике, она прокрашивает волосы более как в рыжий цвет, такой рыжий-каштановый. Даже если тут соблюдать, вот тут вот как написано, светло-русый, нормы, сколько минут держать. Я держу всегда час, больше часа. Темный каштан, вот. А вот эта хна, она более как шоколадный цвет красит. Поэтому я беру половину пакетика одной хны, половину другой. Вот у меня есть открытые пакетики. Вот я их сейчас сыпала в одну миску. Видите, они даже по цвету разные. Вот эта светлая хна, она из вот этой упаковки. Вот. Ну, обе они натуральные, высший сорт и просто разный производитель. Обе хорошие. Не скажу, что какая-то из них хуже, лучше красила по отдельности и одной, и второй. Вот, ну, решила так вот, чтобы вместе они были. Вот у меня закипел чайник. Я сейчас доливаю сюда кипяточка. Сейчас буду это все разбавлять, потом еще долью водички. И наносить на корни волос. Даже не по всей длине, поскольку ну, на кончиках волосах она всегда остается. У корней в основном отрастают новые волосы, и они уже другого цвета. Я не накрашенная. Любите риск? Я обожаю. Сейчас стою напротив заката солнца. Вот. Ну, прохладненько у нас. Чувствуется зима. В общем, хну я продержала примерно полтора часа. Процесс окраски я не снимала, но об этом знает каждая женщина, как это делается. По мазкам я наношу на корни каждую прядку, расчесочкой разбираю и потом под шапочку, чтобы там оно все было в тепле. Можно и полотенце на голову накрутить. Так, волосы у меня получились не рыжие, а шоколадного цвета после того, как я смешала две хны. Вот, теперь я буду использовать вот такое маслице. Для волос я вообще люблю лореалевское, но сейчас такого нету, какое мне нравится. И какой-то они стали производить аромат, вазелином каким-то пахнет. В общем, здесь натуральное масло карите ди Африка для волос. Ультра рико для кучерявых волос. Вот. Наношу его не полностью высушенные волосы, немного растираю в ладонях и вот прям вот втираю в волоски полностью. В общем, шампунью я не мыла после того, как смыла хну.
Есть вероятность того, что если вы будете спать и плохо промыли волосы, то вы запачкаете свое постельное белье. Желтизна будет. Вот это вот, которая от хны, она натуральная же все-таки краска, натуральный краситель. Она может остаться на подушке. Я буду мыть волосы через 2 дня где-то. Если вы боитесь, что будет у вас краситься одежда, тут вот, может быть, где-то под затылком какая-то кофточка, то я рекомендую промыть волосы с добавлением уксуса. Вот. Я этого ничего не делаю. Я промываю хорошо волосы. В общем, видите, седины практически нету. Она спокойно ее закрашивает. Вот где вот светлые более волосы, вот там у меня уже золотистые вот они, была седина. А так, в принципе, практически вот натуральные волосы. Вообще от природы у меня пепельно-русый цвет. Естественно, он не такой вот коричневый, не такой каштановый. Ну вот, друзья мои, это небольшой женский влог. Сегодня от меня. Вот такое у меня было настроение. Солнышко так медленно садится. Вообще, как встает, так и садится где-то 1,5 минуты. Но я уже смотрю, минута чуть больше. Все-таки садится оно дольше, чем встает. Встает 1,5 минуты. Ну все, друзья мои. Всем хорошего дня и хорошей недели. Чао, тутти!